Живи сегодня, брат, завтра может не настать. Береги семью, друзей, почитай отца и мать, говори в глаза. Если есть что мне сказать с раздачи, 4 туза, можно очень долго ждать. Столько эмоций, мы, короче, ну, у нас уже обычай такой, каждый год, когда проезжаем из этого места, встретить нашего друга, это наш друг. Это наш дружбанчик. Это Курик, блядь. Вот он, блядь. Малей! Дружаня, привет! Привет, маленький! Привет! Привет, малыш! Привет, привет! Привет, радостный такой! Хороший! Давай туда спустимся. Привет! Привет, хороший! Привет! Я тоже соскучился! Год прошел! Как ты тут? Как ты годик тут прожил? Масик! Как ты прожил? Как ты тут прожил годик, а? Как ты прожил? Дружанчик, дружаня. Как ты гость? Что у тебя, какие изменения? Рассказывай, малыш, рассказывай. Ай, ты красавчик такой, блядь. Блядь, столько эмоций отвечаю, блядь. Мы уже год его знаем, блядь. Ты помнишь нас? Масики, хороший, да, да. Ты красавчик. Ты красавчик. От души тебе, что ты нас ждал тут все время. Ты год ждал нас, да? Да. Мы ж тебе обещали в том году, что мы вернемся. По-любому заедем. Мы не забываем свои. Да. Хороший. Малек. Ослик, ослик. Ты красавчик. Ты лучший красавчик, мы, да. Ты знаешь, как мы искали тебя? Очень долго тебя ждали. Хороший ты наш, хороший, хороший, да. Малыш, малыш. Ты слышал, как он обрадовался? Да. Он тоже, он радуется вообще. Он узнал нас, братан. Дай я тебе это. Миха, понял, что ты у тебя увидел? Малёк. Пиздец. Красавчик, красавчик. Ух ты, блядь, красавчик какой. Бля, эмоции, бля, пиздец. Такая же хуйня, бля. Дождался нас, вот ослик. Сука, год, бля, ждал.
Кто помнит его, ставьте лайки, пишите, не делайте дизлайки, потому что ослику нельзя ставить дизлайки. Все, малой. Мы поехали. В следующем году. На этом же месте. Мы к тебе ждем тебя. Все, давай, брат. Американо тебе с молочком. Все, давай, дорогой. Давай, давай. Все, давай. Малой. Тебе тупо меняется. Ты говоришь, что... Бля, хуйная капучино, блядь. Да? Я сам, может, понял, кто там, блядь. Ну, ставь, ты же у себя на районе. Ну, конечно. Ну, дай объяву, скажи. Они и так знают, что стоит капучино. Они и так знают, что я делюсь всегда, блядь. Нет, ты просто скажи адрес. Стоит капучино, кто хочешь, приходи. О, я сейчас в Фейсбуке, нахуй. Да. Ебану. Стоит на Маяковском 69. Да. Стоит недопитый вкусный капучино. Ну, не очень вкусный капучино. Сейчас я ебану. Во, вот так. Давай, говори. Объяву тут тоже. Говори. На Маяковского 69, ребята, стоит очень вкусный недопитый полстакана капучино. Mm-hmm. Реально пост с пенкой, все как полагается. С сахаром? Полторы ложечки сахара. Так что, кто желает? Кто желает? Я сейчас еще и в Фейсбуке ебану. Тоже инфу такую. Это очень важная инфа, бля, мне кажется. Так в Фейсбуке, в Инстаграм. Везде. Везде. Где только короче. Можно. Ребята, наконец-то мы вернулись. Да. Как видите, мы на Троещине. Да. Снова. Вчера у нас была дорога. Мы ехали ночью на автомобиле. Да, мы приехали, ну не ночью мы выехали, мы приехали ночью где-то приехали, во сколько? В 11. Да, блядь, сука. Вот. Капли какие-то. Соскучились уже за Киевом, если честно, за всей этой движухой. Не идем там грязь. За всем этим движем соскучились, так что мы начинаем движнячить снова. Сегодня чуть погода, ну, эти неделю погода чуть подводит, но это нас вообще не останавливает никак. Конечно, у нас есть, ну, многие видели, многие не видели, потому что, ну, смотришь по просмотрам, да, вообще есть, что-то недооцененное. Да, влог смотрят больше, чем превью. Премьера, да, вот именно. Не премьера, ну, а превью. Превью клипа. Да. И, в принципе, ну, мы все равно будем снимать этот клип, мы будем делать. Мы приехали, мы хотели там в Одессе, там что-то, ну, там погода наломала, там то. Ну, короче, обстоятельства не позволили. Ну, мы ехали туда и отдохнуть в первую очередь, и встретиться там с друзьями. То есть мы там увидели, то есть всем друзьям, с кем мы виделись. Да. Всем привет. По привету, обнимаем вас крепко, с любовью. Да, то есть в Одессе, ну, скучаем уже. Уже скучаем, вот реально приехали, и вот частица чего-то не хватает реально, да, братан? Угу. Надо сейчас опять адаптироваться чуть-чуть. Ну, день-два и адаптируемся. Значит, по поводу клипа, я думаю, сегодня что за день? Понедельник? Понедельник. Я думаю, к концу недели он будет готов. Не я думаю, а он будет готов к концу недели. Так что полюбасу ожидайте. Да? Да. Хорошо. Полюбасу, ребят. К концу недели будет готов. Это неделя. Да. У нас все класс. Да. Мы на Троещине. Что еще надо? Мы только приехали. Мы почти вот как бы одесситы приехали на Троещину. Именно, да. Из Одессы. Да. Прямиком из Дерибасовской. Прямо ну, на трещину. Какая-то хрусть именно, блядь. Ну да, ну чуть-чуть. Там море. Бля, там просто, да, веселье как бы беззаботно, ну вообще, ну вот именно все проблемы, все головники как бы остались кусок на Троещине. Да. Сука, приехал на Троещину, просыпаясь. И даже эти проблемы, они маленькие, блядь, но они психологические. Ситуации. Блядь, да, ситуация не тебя как ты это. Ну, не ведитесь на проблемы на самом деле. Если, блядь, их надо решать поскорее, если они есть. Те, что не бывает нерешаемых проблем. Так что не накопычуйте. Или как? Не накапливайте. Не накапливайте и не накопычуйте. Помнишь, бля, братан, играл в ножики? Нахуй? Да, в земля. Земля называется. Да. Был бы раскладной, сейчас бы гахнули. Блядь, сука, да. Сейчас бы гахнули, блядь, в игру. Короче, вот такой у нас сегодня мы чисто информационный вам вложечек такой закидываем. Значит, мы на базе, бою быть, конец августа, ждем
Я возобновляю тренировки, потому как я не тренировался, неделю отдыхал. И, ребята, еще вот именно одна такая очень важная информация, блин. Многие пишут, блин, это бой будет, а бой это. А где скачать треки? Бля, очень задолбало это. Ну, фигня это, ну, каждому реально. По личному. Смотрите вот даже, внимательно смотри, видео. Братан, да, можно я покажу даже вот эту всю процедуру? Как заходишь просто в Google. Да. Смотрите, ребята. Альбом Троя. Альбом Троя. Подожди. Альбом Троя. Вот так надо. Просто вы грубо, наверное, говорите. И оно... Дерзко. Да, не находит. Надо нежно. Нежно надо. Ребята, спускаемся вниз. И вот сразу альбом Троя. Александр Тор и Бу. Все, нажимаете. В MP3 формате. Точно так же заходите в ВК. И есть в MP3 формате. Тоже треки. Послушайте, множество треков. Там есть, да. Вот. Алло, алло. Такой весь Аполлон. Ну, короче, все есть. Да, бой, ребята, бой будет. Мы, по крайней мере, планируем бой. И с нашей стороны мы все, будем все делать все, чтобы был бой. А там уже, ну, непонятно, там, ну, сольется, не сольется, блядь. Будет даже депутатом, блядь, похуй. Нас это ничего не останавливает. Сейчас, в принципе, мы хотим сейчас отснять клип. И займемся очень плотно, наверное, на следующей неделе, да, братан? Очень плотно, чтобы нам дата, потому что надо, блядь, и Александру по-любому дату знать, чтобы строить, блядь. Нужно, да, правильно тренировочный процесс выстраивать. Конечно. Мне те пацаны, которые меня тренируют, тоже им нужна дата, от меня ответ. Ну и своим всем тоже ж близким, да и вам. Да, и, как конечно. Только мы узнаем дату, мы сразу же маякнем. Ориентировочно, да, это конец августа. Все, на этом тормозимся, быть добру, мы все, на месте, мы на базе. Все, кто с нами, обняли крепко. Крепко-крепко. Все, до связи.